Մենք վերադարձանք տաղավար, ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այժմ կանդրադառնանք եվրոպական քաղաքականությանը, ինչպես հայտնի է, Եվրահանձնաժողով է սկսել ձևավորվել և ամենաբարձրաստիճան պաշտոնների բաշխում է տեղի ունեցել երեք հիմնական համաեվրոպական կուսակցությունների պայմանավորվածության արդյունքում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վերընտրվում է որպես Եվրահանձնաժողովի նախագահ, սակայն փոխվում է արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատարը։ Այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է էստոնացի հայտնի քաղաքական գործիչ Կայա Կալլասը և պորտուգալացի Կոշտուն, որը նախկինում վարչապետն էր Պորտուգալիայի, սա էլ արդեն սոցիալ-դեմոկրատների կողմից, նա զբաղեցնելու է Շարլ Միշելի փոխարեն Եվրամիության խորհրդի, այն է Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոն, այսինքն Եվրամիության նախագահի որպես այդպիսին պաշտոնը, դե իհարկե ինչպես ասացինք, իսկ Եվրամիության այդ Եվրահանձնաժողովի նախագահ, այն է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ինչ նորություն է սա խոստանում Եվրամիության քաղաքականության համար, ապագա ինչ քաղաքական քայլեր են, որ խոստանում են այս փոփոխությունները։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկմանը ես տեսակապ եմ հաստատել Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայի հետ և մի հարգարժան հյուր եմ տեսակապով հրավիրում տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել, անցնելով ռուսերենի։ Приветствую вас, господин Петров. Хочу вас представить, это болгарский политолог Пламен Петров. Спасибо за то, что приняли мое приглашение. Здравствуйте, Рубен. Вам тоже спасибо за приглашение. Господин Петров, вот новый состав ключевых должностных лиц в новой Еврокомиссии после состоявшихся выборов, общеевропейских выборов в Европарламент. Ваша оценка, этот новый состав, какие перемены обещает в европейской политике на ближайшие 5 лет, ну и, конечно, в краткосрочной перспективе, если учитывать, что в европейской политике много нового. Как известно, Украина и Молдова начинают переговорный процесс с Брюсселем о полноправном членстве. Плюс к этому вот эта война между Россией и Украиной, которая продолжается, и с учетом тех неопределенностей, которые связаны с президентскими выборами в Соединенных Штатах, тут очень большую роль на себя берет Европейский Союз как таковой и отдельные страны-члены ЕС. Вот ваша оценка происходящего, в тезисно, прошу. Ну, во-первых, я хочу сказать, что для меня неожиданно быстро распределились все эти главные должности, которые вы уже упомянули, в будущем руководством Европейского Союза. Уже понятно, что Урсула фон дер Лайен получает второй мандат как председатель Европейской комиссии, что Антонио Ди Кошта получает должность президент Европейского Союза или председатель Европейского Совета, и премьер-министр Эстонии Кая Каллас получает должность верховный представитель в сфере безопасности и внешней политики. Надо сказать, что коалиция европейских партий, которая стоит за этим распределением постов, та же самая,
которая поддерживала прежний состав Европейской комиссии. Это три основные большие европейские партии. Это Европейская народная партия, которая получила самое большое количество голосов на выборах. Партия европейских социалистов и партия либералов, Renew Europe. Так что практически эта конфигурация, которая выбрала руководство Европейского Союза, не поменялась. То, что поменялось на выборах, это факт, что крайне правые партии, политических семьях в Европейском Союзе получили немножко больше голосов, чем 5 лет назад. И поскольку Европейский Союз является такое инклюзивное объединение, там мнение меньшинства, политических меньшинствах тоже учитывается, то наблюдатели склоняются к тому, что, скорее всего, Европейский Союз сделает один небольшой шаг в сторону крайне правых партий. Но это не означает, что они будут включены в правящие коалиции в Европейском парламенте, например. Скорее всего, возможно, Урсула фон дер Лайен будет искать поддержку у итальянского премьер-министра Джорджа Мелони. Но в целом, я думаю, что статус-кво сохраняется в Европейском Союзе. И как вы упомянули, на фоне того, что мы не знаем, что произойдет на выборах в США в ноябре, то Европейский Союз становится главным столбом поддержки Украины и украинской армии в войне против России. Так что я думаю, Европейский Союз сохранит этот курс поддержки Украины в будущем, в следующих 5 лет. И я думаю, что радикально новое будет в сфере внешней политики. Конечно, это интересно, это важно, что вчера начались переговоры для вступления в Евросоюз с Украиной и Молдовой. Но надо сказать, что это прежде всего символический акт. Мы не можем ожидать, что в скором времени эти две страны станут членами Европейского Союза. Это будет длинный процесс, но я думаю, что это просто такой маркер геополитической принадлежности этих двух стран. Они уже в лагере Европейского Союза, они выбрались из этого, так сказать, постсоветского лагеря, где лидер России и Путин. Господин Петров, вот с учетом болгарского опыта и с вашим знанием этого опыта, когда вы говорите... Этот путь довольно-таки долгий у Украины и Молдовы. Какой временной горизонт вам представляется таким реалистичным? Да, это действительно длинный путь. Если мы смотрим, например, Болгарии, то нам эти переговоры заняли где-то несколько лет. Если мы посмотрим на те страны, которые сейчас ведут переговоры, это на Балканах Черногория и Сербия, они начали переговоры примерно 10 лет тому назад и все еще далеко от завершения. И, наконец, имеем самый худший пример. Это Турция, которая начала переговоры в 2005 году. Но в последних несколько лет они были заморожены. Так что, опять, это занимает много времени. Конечно, ситуация с Украиной и Молдовой необычная сейчас из-за российской агрессии против Украины. И поэтому Европейский Союз решил даст им статус кандидатов в члены и начинают переговоры для членства этих стран. Но все-таки я думаю, что эта цель, которую Украина и Молдова себе поставили, стать членом Евросоюза в 2030 году, пока выглядит нереалистично. Скорее всего, я сказал бы, 10 и больше лет продолжатся эти переговоры. Потому что после завершения переговоров еще
есть ратификация договора, подписывается договор для присоединения. Да. И этот договор в течение года или полтора года идет через ратификации в национальных парламентах членов Евросоюза. И это тоже занимает времени. Поэтому я думаю, что эти переговоры, которые начались, они просто задают направление движения этих двух стран. И эта крайняя цель пока еще далеко. Интересно. Господин Петров, вы один из экспертов, который пристально следит за политикой на Южном Кавказе или в Юго-Восточной Европе, как в том числе и принято говорить. Вы следите за процессами в Грузии, где вот предстоят выборы 26 октября. И эти драматичные развития на улицах Тбилиси и во властных коридорах. Вы, наверное, вот сегодня, буквально сегодня же произошел такой клинч между секретарем Совета Безопасности Армении и отдельными представителями российской власти, которая иначе как истерическими назвать нельзя. Ну и мы видим определенное развитие в армяно-азербайджанском переговорном процессе. Видим прямую заинтересованность и Еревана, и Вашингтона в том, чтобы как можно раньше заключить этот мирный договор. Ну и видим, что Азербайджан отправил, оказывается, уже 10-й пакет своих предложений Еревану по электронной почте, ну, в рамках подготовки текста мирного договора. Плюс к этому, наверное, вам тоже известно, в армянском парламенте состоялись слушания касательно целесообразности проведения референдума в ближайшие 3-4 месяца касательно подачи заявки Армении на вступление в Европейский Союз. Ну, на данный момент пока еще обсуждения в правящей команде продолжаются. Ситуация на данный момент такова. Как вот из Софии видится вам на текущем этапе развитие, политическое развитие в нашем регионе с учетом происходящего уже вот во всей системе международных отношений? Прошу. Ну, во-первых, я учту на заметку то, что вы сказали. Можно говорить не только Южный Кавказ, но и Юго-Восточная Европа. Конечно. Потому что обычно мы, когда говорим у нас Юго-Восточная Европа, мы подразумеваем Балканах, где наша страна Болгария находится. Да, да, да. Но это тоже интересно. Считать, что Юго-Восточная Европа находится по другую сторону Черного моря. И вообще эта терминология подчеркивает европейские принадлежности вашего региона. Значит, смотрите, я вижу ситуации так. Сейчас, когда начались переговоры между для вступления в Евросоюз Украины и Молдовы, стало ясно, что Грузия двигается в обратном направлении. У нее тоже самый статус, как у Киева и Кишинева, кандидатов в членов Евросоюза. Мы видим, что Евросоюз, что сейчас сказал, сказал: нет, вы не готовы начинать переговоры. И главная причина для того, что Грузия еще не готова, это геополитический тренд в сторону Москвы, который мы наблюдаем в последние несколько месяцев. И принятие этого закона для иноагентов и так далее. Так что такие знаки внешнеполитической ориентации важны для Европейского Союза. Имейте в виду, что одна из этих переговорных глав, которые открываются и закрываются в ходе переговоров, именно и так называется внешняя политика.
Так что еще в ходе переговоров должна быть какая-то синхронизация внешней политики стран-кандидатов и Евросоюза. Да. Видимо, у Грузии такой синхронизации невозможно достичь. А потом, если посмотрим на Азербайджан и Армению, конечно, для Европейского Союза было бы выгодно, если наконец-то они заключили ваши страны между собой мирный договор. И конец этого открытого военного противостояния между Арменией и Азербайджаном показал бы несостоятельность российского военного присутствия в вашем регионе. И это вариант, который приветствуется и в Болгарии, и в Европейском Союзе в целом. А потом уже речь идет о том, какая страна из региона Южного Кавказа хотела бы стать членом Европейского Союза и имела бы проевропейские внешнеполитические ориентации. То, что мы сейчас видим, Азербайджан никогда не заявлял такие амбиции, такие претензии присоединяться к Евросоюзу. Так что речь идет прежде всего про Армению. И я думаю, что этот референдум, про который сейчас, насколько понимаю, идут политические дебаты в Ереване, он имеет место. Он, конечно, не может сразу поставить Армению как член Евросоюза, но он может внести ясность по поводу настроения в стране и геополитической ориентации Армении. Так что, думаю, это неплохо было бы провести такой референдум, но в то же самое время не надо забывать, что Армения все еще формально является членом Евразийского экономического союза и также организация договора коллективной безопасности, и это как-то не совсем совместимо с кандидатурой в членство Европейского Союза. Безусловно. Наверное, это тоже поменяется в будущем. Господин Петров, Болгария – страна, граничащая с Турцией. Мы, скажем, соседи друг с другом, и вы также пристально следите за армяно-турецким процессом и уверен, что заметили, что имеет место определенная активизация армяно-турецких контактов на высшем уровне. Вот буквально недавно состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Эрдоганом, и буквально вчера состоялся также разговор между Араратом Мирзояном и Хаканом Фиданом, да, министром иностранных дел. Во всем этом вам это видится как элементы, хоть и с трудом, но идущего процесса, или все-таки этого еще мало, чтобы говорить о том, что возможны уже практические подвижки в армяно-турецких отношениях? Ну, мы, знаете, и в прошлом видели такие положительные знаки армяно-турецким отношениям несколько лет тому назад, например. Но все-таки какой-то устойчивый процесс улучшения отношений между Турцией и Арменией мы не наблюдаем. Так что я думаю, пока еще рано говорить про того, что будет в будущем. И имея в виду, что все-таки Турция и Азербайджан являются близкими союзниками, я думаю, что этот процесс во многом будет зависеть и от заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Если будет такой договор, то думаю, что сразу будет и потепление между Ереваном и Анкарой. Так что все эти процессы взаимосвязаны. Ну, понятно, что обе страны, и Армения, и Турция уже устали от этого длительного противостояния. И видимо, что это не приносит какие-то выгоды для Армении, для
Турции. Так что это логический процесс, но опять все-таки, я думаю, первооснова это мирный договор между Арменией и Азербайджаном. А иначе неплохо было бы, если были хорошие отношения между Арменией и Турцией, была, так скажем, сухопутная связь между Болгарией и Арменией. Конечно. Господин Петров, вот говоря об отношениях Армении и Азербайджана, как вам известно, Армения в настоящее время проводит и военную реформу, перевооружает армию, причем сотрудничая в области военно-технического сотрудничества и с Францией, и с Индией. И это все делается легально и делается с одной целью – защиты нашей территориальной целостности. Но мы видим, что это вызывает реакцию и негативную, естественно, и в Москве, и в Баку. Тогда как вот буквально сегодня вот Азербайджан и Италия закупают военно-транспортный самолет. Ну, понятно, для чего? Чтобы возить оружие. И такое впечатление, что все, что завозит Азербайджан из Пакистана, там, не знаю, из Израиля, это оружие за мир, а то, что закупает Армения, это оружие против мира. Ну, как понять вот эту логику? Да? И причем созвучно с Москвой. Ваш комментарий. Смотрите, конечно, оружие не бывает только оборонительное или только наступательное. Конечно. Оружие, оно же оружие, оно закупается для случая войны, конечно, да. Страны покупают. А, значит, то, что делает Армения, я думаю, это логический процесс. Что мы имеем? Мы имеем войну осенью 2020 года, которая показала, что превосходство было на сторону Азербайджана по отношению к вооружение и подготовленность армии и так далее. Так что, что должна сделать Армения, чтобы поменять этот баланс сил, и чтобы было какое-то относительное равновесие? Ну, понятно, что она закупает вооружение. И поскольку военное сотрудничество с Россией, которое развивалось всех этих годах до 2020 года, не принесло какие-то особые выгоды Армении, то понятно, что Армения сейчас уже смотрит в другую сторону, когда закупает вооружение. Вот вы упомянули Францию, упомянули Индию. Это, кажется, более перспективное направление для вооружения армянской армии. И это, конечно, вызывает реакции Баку и Москвы, но у них соображения разные. Азербайджан, конечно, хочет, если возможно, сохранить свое военное превосходство, которое мы увидели в 2020 году, и поэтому возражает против покупки вооружения во Франции и в Индии, а Россия возражает по причине, что эти закупки не проводятся уже в России, а уже западные страны, в основном Франция, вмешивается в этот процесс. И, конечно, Россия чувствует, что теряет влияние. Она думала, что, ну, российское руководство думало, что это вообще какой-то регион, где только Россия должна иметь влияние. И только она может там иметь военные базы, торговать оружием и так далее. И сейчас ситуация, когда меняется, то это нормально, что из Москвы идут возражения, протесты и так далее. Но я не думаю, что это должно влиять на политики Армении. Так что все это имеет логическое объяснение. Господин Петров, сегодня вот секретарь Совета Безопасности Армении выступил с рядом заявлений, которые вызвали просто, ну, скажем так, очень резкую реакцию в Москве. В частности, он заявил о том, что фактически вот в 23-м году именно Россия взяла и отдала вот Карабах Азербайджану.
Поэтому мы сейчас, и это при том, что Армения тогда, ну, сохраняла полностью свои связи с Москвой. Поэтому сейчас мы вот меняем нашу политику. И второе, что российский высокопоставленный политик, да, и должностное лицо нашему высокопоставленному политику, должностному лицу заявило, что Москва не выполняет свои обязательства по поставкам вооружения Армению, потому что это может привести к ужесточению позиции Армении в переговорном процессе, что Москву не устраивает. Это вот цитата. А что остается сейчас делать Еревану с Москвой, которая, к тому же сказанному прямым текстом, еще и, собственно, не признает наши границы до сих пор. Они считают эти границы, так как не делимитированы и не демаркированы, значит, их нет. Такова позиция Москвы. Ну вот в данном случае, вообще, что делает Армения в рамках тех договорно-правовых отношений, которые есть де юре еще с Москвой? Ваша позиция какова? Ну, это можно провести аналогию с тем, что Россия говорит про военную помощь для Украины. Угу. А Россия говорит, не надо, чтобы западные страны оказывали помощь Украине, потому что это наливает масло в огонь войны. Да-да. Примерно, мне кажется, это то же самое про Армению сказали. Не надо предоставлять вооружение Армении, потому что, как вы сказали, будет более твердая переговорная позиция Армении. Mm-hmm. Ну, это нонсенс, конечно. И я думаю, что это вообще очередная демонстрация позиции Москвы. Действительно, в сентябре прошлого года, я не сказал бы, Россия взяла Карабах и отдала его азербайджанцам, но Россия просто не вмешалась. А зачем тогда были российские миротворцы в Карабахе, если они не вмешались, когда произошла эта так называемая однодневная война? Так что понятно, без согласия и невмешательства России это не могло бы произойти, то, что произошло в Карабахе. И это все понятно. И я думаю, что в Москве все еще существуют какие-то иллюзии по отношению к Армении. Угу. Что Армения, некуда деваться, она должна возвратиться в лагерь Кремля, и все будет, как было в прошлом. Ну, мне кажется, что это невозможно. И одна из причин этого, конечно, война в Украину, которую начала Россия. Геополитическая ситуация меняется. Россия теряет влияние, включая и на Южном Кавказе. Так что она уже не может диктовать геополитический курс Армении. Ну, конечно, мы не можем ожидать, что Россия будет молчать, когда она теряет эти позиции. Конечно, будут какие-то резкие изъявления российских политиков, но это не должно сбивать с колеи курса Армении, который она ведет в последние годы. Угу. Так что, я думаю, здесь все ясно. Все ясно, и Россия практически признает, что в эти столкновения между Арменией и Азербайджаном в последние годы она никак не поддержала своего формального союзника по организации договора коллективной безопасности, а именно Армении. И это еще раз подчеркивает, насколько формально является членство Армении в этих организациях и договора коллективной безопасности, и Евразийского экономического союза. Так что, думаю, и эти перемены, которые начались, их уже нельзя обратить вспять.
Спасибо, господин Петров. И один такой вопрос, который явно заинтересует армянскую публику, ответ на который хотелось бы получить, как можно выразиться, из первых рук. Да? Болгарский парламент избрал своим спикером болгарского политика армянского происхождения Раюн Назарян. Это молодой политик, мы впервые о ней слышали. Это... И, конечно, армянская публика очень интересуется, кто она, вот, какое место занимает в болгарской внутренней политике, да, что ее выдвинули на такой почетный и высокий пост. Расскажите, пожалуйста, о ней и вообще, что на данный момент происходит в болгарской внутренней политике. Ну, сначала ее имя Рая Назарян. Да. Значит, она вошла сравнительно недавно в политике. Она была юристом, адвокатом. Где-то 2 или 3 года тому назад она вошла в политики и стала членом партии ГЕРБ. Это самая большая болгарская партия. И до весной этого года она была заместитель председателем парламентской фракции этой партии ГЕРБ. Потом у нас сейчас в июне были выборы не только для европейского, но и для национального парламента. И партия ГЕРБ снова вышла на первом месте. И было логично, что они взяли пост спикера парламента. И вот немножко сюрпризом было то, что председатель и основатель этой партии Бойко Борисов решил выдвинуть эту молодую юристку на пост председателя парламента, но ее выбрали. И я думаю, что это нормально. Самая большая партия, она выбрала своего председателя. И думаю, что она справится на этом посту, который заняла. Конечно, мы еще не знаем, будет ли успешен процесс переговоров по созданию нового болгарского правительства. Да. Но даже если процесс будет неуспешен и будут новые досрочные выборы в этом году, я думаю, что после этих выборов опять эта партия ГЕРБ будет на первом месте и почти на 100% уверен, что они выдвинут опять Раю Назарян как спикера парламента. Так что, скорее всего, она останется надолго на этой должности. Ну что ж, очень интересно, что есть такая вот восходящая звезда болгарской политики. Да, я хотел бы сказать, что политики армянского происхождения были в болгарском парламенте и до этого, в предыдущие годы, но впервые политик армянского происхождения занимает такой пост. Имейте в виду, что Болгария по конституции парламентская республика. Да, конечно, как и Армения. Так что, с одной точки зрения, это первый пост в государстве, председатель парламента. Получается так. Ну что ж, будем надеяться, что этот фактор станет стимулом для активизации, еще большей активизации армяно-болгарских отношений. Вам спасибо, господин Петров, за ваше согласие участвовать в нашем обсуждении и что приняли мое приглашение. Эти довольно динамичные процессы потребуют еще обсуждений, и я вас буду приглашать и далее в наш эфир. Спасибо еще раз. Всего вам доброго. Вам тоже спасибо, дорогой Рубен. Всего доброго. Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Բուլղարիայից Պլամեն Պետրովին, որը ներկայացրեց իր նկատառումները կապված եվրոպական քաղաքականության փոփոխության հետ։ Այսօր այսքանը, հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Բարին ընդ ձեզ։